Веселинівська машинно-технологічна станція – одне з найпотужніших підприємств району. Обробляє 1850 гектарів землі, в штаті 70 працівників. Близько 80-85% у виробництві господарства займає рослинництво. Хоча складні посушливі ґрунти змушують постійно вишукувати оптимальні варіанти сівозміни. После уборки ранних зернових пшениці, гороха, вот, хотя комбайн вроде и равномерно раскидывает пожнивные остатки, после нашей жары, которая на почве доходила до 70 градусов, ну, практически почва такая стоит, что посеять потом по таким предшественникам рапс, например, дальше пшеницу, ячмень, проблематично. Поэтому мы сегодня используем технологию, значит, минимальную, с элементами нулевой технологии, и раз в 4 года под пропашные культуры производим глубокое рыхление на 35-40. Висівають здебільшого пшеницю, ячмінь, бобові, горох. Якщо було достатньо дощів, кукурудзу. Пробували сорго, але поки що навіть йому не вистачало вологи. Переконалися, до речі, що соняшник є чудовим попередником для зернових. А якщо його висівати з міжряддям 70 см, це практично напівпарова смуга та не виснажує ґрунт. Особливу увагу приділяють підживленню землі та посівів природніми матеріалами, тим, що багато хто спалює просто в полі або вивозить на інші потреби. Після уборки комбайна в течение 4 часов, это у нас на протяжении уже 4 лет, у нас идет сзади идет опрыскиватель, который вносит биодеструктор стерни, вносит 20 кг карбамида и вносим еще гумистар. Вот. И это заделывается дискованием. И вот буквально мы вот сейчас находимся даже на этом поле. Здесь остатки подсолнуха, это предшественник. Мы видим, что остатки подсолнуха уже разложились. И тот калий, который стебля подсолнуха дают, он уже, как говорится, получился. И если мы возьмем год назад, здесь была озимая пшеница. И вот остатки соломы, ничего нету. Почва структуризируется. И также мы заметили такое явление, что после внесения биодеструктора стерни, если по стерневым предшественникам, у нас нету жужелицы. Бактерии срабатывают так, что ей питаться практически получается нечем, и падалицы нету. И вот мы заметили, что у соседей, у коллег, там, где не обработали, жужелица работает все на наших полях, и вот в этом году мы нигде не видим жужелицы. Застосовують також відносно нову технологію з використання мікродобрив. Мы работаем с таким предприятием, как Пивдель Насин Сервис. Они нам разрабатывают полностью технологию, делая анализы почв и анализы по растениям уже, и дают. И вот сегодня мы видим, что по зерновым надо, мы будем вносить нановид микро, будем вносить нановид цинк, нановид медь, но это все будет по каждому полю отдельно разработано. На подсолнухе мы вносим нановид бор по бутонизации, и от этого видим очень большой эффект, и 2-3 обработки, и мы буквально там, где не обрабатывали, можно остаться урожайность 25 центнеров, там, где обрабатывали и были вроде вот такие вот, мы получали урожай в самые плохие года до 37 центнеров, вытягивали. А если благоприятный год, то в принципе до 50 центнеров можно получить урожай. В машинотракторному парку Веселинівської МТС поруч працюють і чудово уживаються агрегати вітчизняного та зарубіжного виробництва. Порівняти, звісно, можна в якому плані. Производительність, качество, допустимо, сілки, качество висіва. Це не зрівняті з сівалками СЗ-3-6. Производительність за зміну декілька разів превишають. Ну, в обслуживанні, як би сказати, дорожче, тому що запчастини дуже дорогі до імпортної техніки. Ну, зате вона, сказати, можна себе оправдовує в зрівнянні з старою вітчизняною технікою. Але працює в нас і стара вітчизняна техніка. Трактор Кейс 340-й, два трактора ХТЗ 17021, МТЗ 892, 4 одиниці. До цих тракторів відповідно набор техніки. Пневматична сіялка «Спартан» НТА 907 для зернових культур, для пропашних культур сівалка «Майя» Йогославська і «Грейт Плейнс»
сівалка. Ну, на даний період завершили підготовку техніки до посіву подсолнуха. За кілька днів починають сіяти. Необхідно витримати баланс, коли потепліше, але земля не надто підсохне. Підкормку озимих проводили сівалками Great Plains 6-метровою механічно і Spartan NTA-907. Також в господарстві оприскувачі 2.1 Джакто AD-18 Колумбія і другий Богуславської сільгосптехніки. Господарство технікою забезпечено на даний період. Крім вирощування зернових та технічних культур, підприємство займається переробкою. Печуть хліб та хлібобулочні вироби. Працює олійня. Не всем сегодня такое количество зерна надо, если натура, которая была еще 10 лет назад. 10 лет назад люди на подворье держали более живность свою. Сейчас люди желают получить муку, желают получить подсолнечное масло. Вот это мы перерабатываем. И мы перерабатываем свою продукцию еще на муку и выпекаем хлеб. Практически мы сегодня накрываем где-то 1/3 потребностей хлеба Веселиновского района, обеспечиваем все школы, вот детские садики обеспечиваем хлебобулочными изделиями. Подбали и про дозвілля місцевих жителів, мабуть, в першу чергу молоді. Еще мы построили и такое кафе с оздоровительным центром для того, чтобы практически в районном центре молодежи вечерами деться некуда. И вот то, что и появляются ненужные, будем говорить, явления пьянства, наркомании и все остальное, молодежь надо как-то завлекать другими. Мы сделали такой культурный очаг досуга, вот мы его после ремонта открыли недавно, вот, и пытаемся, чтобы там, ну, культурно и прилично, будем так говорить, люди могли отдохнуть. Василинівська МТС – багатопрофільне господарство. Власні майстерні дозволяють виконувати роботи з металообробки для власних потреб і на замовлення. Шліфують колінні вали, працюють зварювальники, токарі тощо. Начебто непогано йдуть справи усього підприємства. А якби ще держава припинила витискати соки з аграріїв? Последнее заявление руководства Министерства сельского хозяйства как-то настораживает. Заявляя о том, что мы имеем огромные прибыля, просто надо приехать в хозяйство и посмотреть, как хозяйство живет, как оно работает, с какой техникой и что надо обновить. И тогда, исходя из той рентабельности, которую мы получаем, вот я буду брать нашу южную зону, начиная с Запорожской области, Калея, там мои тоже работают, Херсон, вот это. Невозможно здесь получить тот урожай, который можно получить в Черкасах, например. При коллеге тоже работают урожай кукурузы. Если 80 центнеров они получили, они говорят, что они недовольны, потому что это. Но по обеспеченности влага это разные климатические зоны. Поэтому политика государства должна быть более гибкая. По-перше, цього року вдарило обмеження податку на додану вартість, що залишається сільгосптоваровиробникам. Если вот на таких условиях останемся, то в принципе хозяйство будет, ну, с каждым годом уменьшать обновление техники и это, и вот так доживать. Сколько лет мы доживем это, ну, не знаю. Не могут все люди переехать в города жить, и это все равно развитие села. Многие же по психологии люди не хотят ехать в город, они хотят тут, но они же должны достойно жить и достойную зарплату получать. Мы вместо того, чтобы увеличить зарплату своему коллективу, увеличить пайщикам арендную плату, хотя мы выплачиваем сегодня уже по 1500 гривен за гектар выплачиваем, вот, это получается почти уже 5%, да, но мы их могли бы и рабочим, и пайщикам увеличивать это какой-то процент, а часть процента отправлять на обновление техники и это. Ну, из-за того, что сделали. Обурює і загальна несправедливість в механізмі нарахування податків. Давно лежат проекти в Верховній Раді, я знаю, ми пропонуємо зробити єдиний налог для селянина з гектара.
и все. Установить оплату, и тогда все будут одинаково платить. Что у человека 6 гектар, что у человека 10 гектар, что 1000 гектар. Сегодня получается некоторые недобросовестные, у них есть по 1000 гектар, но там все люди одноосибники вроде оформлены, налог платится как за одного человека, за одноосибника, а такие предприятия, как наши, и вот коллеги, нас тут 25 человек, мы на виду, мы наяву, мы платим все налоги, но называется не в равных условиях. Более гибкая должна система и приближенная к людям вот, и к местности. Серед нововведень, які запроваджує Веселинівська МТС, поки що маловідомий в Україні, але досить поширений на Заході сорт так званої дикої пшениці спельта. В связи с тем, что у нас есть переработка своя, и вот нам, людям, как говорится, после 50 лет, у которые уже немножко со здоровьем не так все в порядке, и крупа и хлебобулочные изделия из этой пшеницы, они являются как бы лекарством для людей, у которых нарушен желудочно-кишечный тракт или пищеварение. И мы посмотрим, мы в этом году получим ее как бы семенную, но сделаем эксперименты, сделаем крупу, сами поедим, людей покормим, хлеб с печем. И вот тот хлеб, который сегодня едят в Австрии, в Германии, он и дорогой вроде, но люди его покупают, потому что понимают это, а не тот хлеб, который у нас иногда бывает купишь, он, ну, вроде резина. А бизнес у нас идет вопреки здоровью людям. В Україні цього сезону посіяно 300 гектарів спельти, з них 10 у цьому господарстві. Пішли на експеримент завдяки співпраці з миколаївською фірмою «Південь Насін Сервіс». Її представники аналізують стан рослин та ґрунтів, дають технологічні поради. Для того, щоб правильно встановити діагноз культури і правильно назначити їй лікування, потрібно зробити аналіз. Раніше ми розробляли технологію посереднім показникам запасу поживних речовин у ґрунті і відповідно до конкретних погодно-кліматичних умов, що давало якийсь середній результат, мало ефективність, але в зв'язку з тим, що подорожчали добрива, і потрібно більш ефективно їх використовувати, погіршився стан ґрунтів, стала необхідність більш конкретно визначати потребу рослин і таким чином вносити мікроелементні добрива та взагалі добрива елементи живлення відповідно до потреби рослини в конкретних умовах. Цього року через аномальні осінь та зиму Микола Іванчук прогнозує загалом невисокі врожаї озимих по області. Тим необхіднішим є застосування сучасних технологій. Докладніше про це у наступній передачі. Рівно за тиждень.